Одна награда – смех. Полуфинал высшей лиги КВН «Чувашия» прошел в минувшие выходные. О том, чьи шутки стали лучшими, Юлия Важенина. О том, что смех продлевает жизнь, не знает разве что ленивый. И, пожалуй, самый лучший способ поднять себе настроение – посмотреть игры клуба веселых и находчивых. Бодрый заряд на целую неделю жители Чувашии получили во Дворце культуры ЧГУМ. Студенческих команд, три конкурса и лишь пять вакантных мест в финале. Кто из участников пойдет дальше и будет шутить уже в финале высшей лиги? Ответ на этот вопрос интересовал всех самих КВНщиков, зрителей и жюри. Но интрига держалась до самого конца. И вот три конкурса приветствия, разминка, музыкальный номер позади, баллы подсчитаны. По результатам игры претендовать на звание чемпиона высшей лиги КВН Чуваши этого сезона могут четыре команды. Бусинки зато свое, сборная сельхозакадемии, джентльмены удачи. Пятый участник финала пока неизвестен. Сразу две команды «Альфа» и «Без комплексов» набрали одинаковое количество баллов. Какую из этих команд мы увидим на главной игре высшей лиги, решит редактура. Ну а победителем полуфинала стала команда «Бусинки». Своим нестандартным подходом ребята покоряют и зрители, и жюри уже не первый раз. Овен, два слова. Курбан, байрам. Телец. Молодец. Подробнее о том, как прошел полуфинал высшей лиги КВН Чувашии, что происходило за кулисами игры и какие шутки зашли в зал, смотрите 30 октября в 19:30 в новой программе национального телевидения Чувашии «КВН за кадром». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин, Республика.